вот смотрите, я здесь все перечеркнула вот так, а вот здесь внизу написала: я вам не верю, и ничего нету. Я читаю. Я как за вас, за своего депутата, решила голосовать. Очки я не взяла сразу. И читаю, значит, этих всех перечеркиваю. Где вас здесь нету, убираю. Значит, этот делаю тоже кресты недовольствия всем. Проходит 2 минуты, я выхожу, смотрю, крестов этих нету. Я подхожу к этой вот женщине и объясняю. Она говорит: как тебе не стыдно? Сюда снимите. На меня. Снимите. Понимаете как? Потом хорошо. Вот хорошо. Поэтому вы не хотели, чтобы наш наблюдатель стоял. Почему? И смотрел. Почему я не хотела? Потом я хорошо. Где эта ручка Гедова? Вот она у меня, эта ручка Гедова. Давайте сюда. Не дам я вам ее. А почему вы не дадите? Я этой ручкой расписывалась. Значит, вот. Понимаете как? Это если бы сейчас вот я так не отнеслась внимательно, вы бы сегодня в пролете были полностью. Понимаете как? А я сказала, что я голосую. Алло. Прокуратура, да. Сейчас. Иначе нас опять так заведут в эту пальцу. А, ну вот, смотрите. Видишь, исчезает. Но теперь уже неизвестно, чья это ручка. Вот, а сейчас будет известно. Это еще неизвестно. Да, это известно. Это неизвестно. А что неизвестно? Ну, я вообще в шоке. Что неизвестно? То, что чья это была ручка, неизвестно. А вот. Ваша или Олег та, которая там лежала? Ручка. Ручка где? Отберите ручку, которую чернила пропадают. Не буду я вам давать. Я про ручку не имею. Значит... зафиксируется отношение, вы вообще для чего здесь находитесь? Нет, вызывайте, если в комиссии, вызывайте Брожука или кого-то. Вот они будут проверять, а вы не имеете права. Я вообще...